Сын! Эбис совершенно не похож на тех, кого вы встречали до этого. Вам обоим предстоит пройти долгий путь, прежде чем вы сможете одолеть его. И у вас, похоже, почти нет никакого опыта ведения боя. Мы одолеем его! Правда, Валери? Валери? Думаю, стоит его послушать, Сэн. Планирование, подготовка и тренировки займут годы. Но найти бойцов будет легко. Не хотите рассказать нам побольше об Ибисе? Раз уж ты спросила... Не так давно я вместе с остальными бойцами решил побороть Ибиса и освободить пленников прямо из его крепости. Мы начали битву, но нам было не сравняться в силе. Большую часть отряда пленили, но я смог сбежать с кучкой солдат. Мы выкарабкались, несмотря ни на что, и смогли вернуться на этот остров. Если мы не соберем достаточное количество людей, мы не сможем победить обращенную армию Эбиса. Вау. А вот здесь я полагаюсь на вас. Взгляните на это! Что это? Это сфера душ. Человек, который владеет этим предметом, может повелевать душами других людей. Сейчас сфера у Эбиса. Он нападает, используя ее силу. К счастью, никто важный для нас пока еще не потерял душу. Так, как нам его остановить? Как вернуть отца? Правильный вопрос. Крепость Эбиса не похожа на другие острова. Она двигается по оси вокруг планеты. Этот цикл длится 10 лет. 10 лет? Не переживай. За эти 10 лет, пока остров совершает цикл, у нас будет время на тренировки. Вот и оно. Этим оружием вы овладеете. Я обучу вас, как сражаться с его помощью. Кроме этого тяжеленного меча ничего не завалялось! Не думаю, что вы понимаете... Насколько оружие, которое я вам дал, совершенно? Вы хотите спасти отца или как? Я хочу. Да. Тогда пора начинать. Недалеко отсюда есть тренировочная площадка. Следуйте за мной. Сэн, научишься использовать его на тренировке. Главное, не переживай слишком сильно. Ну как, готов, Сэн? Еще как.